Матч продолжался около 2 часов. В начале стартового сета повели гости 2-0. Но наши волейболистки легко сравняли счет. «Уралочка» раз за разом предпринимала попытки уйти в отрыв, но наши крепко держали позиции. Первая партия закончилась со счетом 25-22 в пользу одинцовской команды. Во второй партии поймавшие кураж подопечные Вадима Панкова сразу пошли в наступление, но победа далась нелегко, борьба была равной. На последних минутах второго сета табло показывало счет 23-23, но ошибка соперниц принесла Заречью победу. Итоговый счет партии 25-23. В третьем игровом отрезке хозяйки площадки немного устали. Вперед вырывалась то одна, то другая команда. И все же победа осталась за «Уралочкой» 25-22. В начале четвертого сета вперед вышли «Зареченки», но соперницы усилили свою игру и обогнали одинцовскую команду. Вадим Панков взял тренерскую паузу, после которой и наступил перелом в игре. Развязка матча произошла при счете 25-25. Атаку Дарьи Евтуховой наши девушки закрыли блоком, а Ксения Ильченко в попытке его обойти отправила мяч в аут. Победу праздновали наши. Итоговый счет игры 3-1. Свой следующий матч «Заречье» проведет 25 марта с командой из Краснодара. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».